В Орленке обсудили вопросы подготовки к летнему оздоровительному сезону. В семинаре участвовали представители кубанских здравниц и профильных ведомств Краснодарского края. В ходе совещания озвучили перечень основных проблем. Подробности в сюжете Игоря Хворостянова. На совещании представители детских лагерей и санаториев, а также сотрудники профильных ведомств, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и других. На повестке дня главный вопрос организации детского отдыха и оздоровления. Отправляя ребенка в детский лагерь, большинство родителей беспокоятся о его безопасности. Какие вопросы их волнуют? Охраняется ли территория? Есть ли надлежащее медицинское обслуживание? Хорошее ли питание? Как решаются конфликты между ровесниками? В последнее время руководители всех уровней уделяют особое внимание вопросу обеспечения безопасности детей и молодежи в учебных заведениях, в детских образовательных и оздоровительных учреждениях в период летних каникул. В минувшем году в Краснодарском крае отдохнуло порядка 800 тысяч детей со всей России. Их принимали санатории, пансионаты и лагеря Черноморского побережья. Организаторы ставят в основу детского отдыха оздоровление. И поэтому одна из главных тем обсуждения – подростковая заболеваемость. На сегодня биологическая безопасность – это тот вопрос, который ставится на уровне президента нашей страны, правительства. А детский отдых, детское оздоровление – это важная составляющая часть вот этой вот самой биологической безопасности. Эпидемиологические ситуации – основной пункт. Участники делятся своим опытом снижения рисков. Также на заседании рассматривают вопросы качества оздоровления детей, соблюдения норм санитарного контроля и пожарной безопасности. Этот семинар у нас отправная точка, поскольку такие семинары мы проводим неоднократно и ежегодно. На этом семинаре мы по итогам его проведения сделаем один методический документ, где будут прописаны алгоритмы работы разных служб и ведомств, не только контролирующих, но и самого лагеря. Игорь Хворостянов, Денис Гилев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.